Швитес презентовал клип на композицию «Улыбнись». Видеоролик, созданный режиссером Артуром Гимпелем, почти лишен спецэффектов, характерных для предыдущих клипов артиста. Презентация ролика также вышла за рамки привычного сценария. Вместо поздравлений в виде выступлений коллег по сцене, Витас сам исполнил сольную программу. По словам продюсера Сергея Пудовкина, артист практически не выступает в Москве, поэтому концерт – лучший подарок для поклонников его творчества. В ближайших планах Витаса – релиз нового альбома и сольные концерты.